Сегодня мы будем готовить с вами вкусные, пышные, воздушные эклерчики, такие как пироженки. Кому интересно, оставайтесь с нами. Всем приятного аппетита! И снова всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить с вами много эклеров. Для этого нам понадобится 750 миллилитров воды, выливаю в кастрюлю. Включаю плиту, доводим до кипения. Как только закипит, добавлю сливочное масло, 300 грамм. Если масло не соленое, можно добавить соли, пол чайной ложки. Вода закипела, добавляем сливочное масло. Сейчас масло у нас растает, будем добавлять муку. Масло растворилось, добавляем муку. Выключаю плиту, плита горячая, и будем заваривать. Муки надо 300 грамм. Снимаем с огня, просто хорошо перемешиваем. Тесто наше немножко остыло, перекладываю ее в емкость для взбивания. Буду замешивать тесто в машине. Это облегчит, потому что яиц надо вбить туда по одному 12 штук. Не сразу, по одному. Размешалось, добавляем второе. Опять размешалось, добавляем другое. И так все яйца. Тесто наше готово. Тесто должно получиться эластичное, в то же время такое кремообразное, держаться на ложке, не падать. То есть это идеальное тесто. Выкладывать можно также и насадкой, кондитерским мешочком или шприцом. Я буду делать ложечкой. Выпекаем в разогретой духовке до 200 градусов где-то примерно 30-40 минут. Сейчас мы будем просить такие. Я расскажу, что в них входит. Тесто, они запекутся и будут вкусные эклеры, потом мы помажем шоколадом. Ну, пока мама не готовит. Пока наши эклерчики пекутся, мы растопим шоколад на водяной бане. Кусочки у нас получились. Семья у меня большая, пекем для большой семьи, так что пирожных будет много. Или можно просто взять вот так вот окунуть. Посмотрите, какие колоботички у нас прям
Вот так вот окунуть шоколад. Всем приятного аппетита, друзья!